Болеть стали меньше. В Роспотребнадзоре озвучили обнадеживающую статистику по вирусным инфекциям в регионе. По итогам недели показатель заболеваемости населения области снизился почти на 3%. Около половины всех зарегистрированных случаев ОРВИ приходится на детей до 15 лет. В Кировской области продолжают циркулировать вирусы как гриппозного, так и негриппозного вида. Показатель по COVID-19 снизился почти на 5% по сравнению с прошлой неделей. Прививки сделали почти 522 тысячи жителей. Это около 46% населения области, отметили в ведомстве.